сиреневый фотон в тумане проплывает. Над 108-й горит полночная звезда. Профессор, не спеши, профессор понимает, что с физикою я прощаюсь навсегда. To look back the mirror. All interesting things happen on its opposite side. Welcome to the looking glass, into the optical looking glass. Раз, раз, раз. Ну что, добрый день. Значит, как вы, наверное, слышали, у нас с вами теперь курс оптики. И курс этот будет сильно отличаться от предыдущих курсов. Вообще говоря, мы уже переходим к квантовой механике. Потому что главным действующим лицом в оптике является квантовая частица фотон. Кроме того, это не просто квантовая частица, это ультрарелятивистская частица. Поэтому для корректного описания того, что происходит в оптике, нужен синтез квантовой механики и теории относительности. Ну, собственно говоря, с оптики и начиналась квантовая механика. Но получилось так, что то, что создалось, оказалось нерелятивистской теорией. И квантовая механика, которая изначально развивалась на базе тех парадоксов, которые были обнаружены в оптике, оказалась пригодной для описания электронов, атомов, молекул. Но для описания оптических явлений она оказалась непригодной, потому что она получилась нерелятивистской наукой. Вообще говоря, до сих пор до конца квантовую механику с релятивистской теорией совместить так и не удалось. У нас нет законченной релятивистской квантовой механики. Ну, для нее придумали название «квантовая электродинамика». Очень много Ричард Фейнман сделал, ну, Поль Дирак много сделал для создания квантовой электродинамики. Но до конца оно так и не создалось. Тем не менее, для частного случая частиц с нулевой массой покоя, которые летают со скоростью света, а это и есть фотоны, практически удалось свести квантовую механику с теорией относительности. Вот для ультрарелятивистских электронов, в общем, плохо получается. А для фотонов получается неплохо. Поэтому, да, но надо сказать, да, пожалуйста, но надо сказать, что в вузах-то толком квантовую механику не проходят, не то что квантовую электродинамику. И вообще говоря, квантовая механика – это будет следующий семестр. Но вот именно из-за того, что фотон такой очень хитрый квантово-электродинамический объект с нулевой массой покоя, для него получается одна интересная вещь. Уравнения Максвелла и следующие из них уравнения чудным образом оказываются на самом деле почти верными. Хотя Максвелл и не подозревал об квантовой механике. Вот уравнение Максвелла для электрона точно не годятся, там белиберда получится. А вот уравнение Максвелла для фотона почти работают. Ну, почти, там есть некоторые сложности. Но самое интересное, что уравнения это получаются правильные, а в рамках электродинамики Максвелла говорятся неправильные слова. И вот у нас будет довольно интересный сейчас курс. Я буду писать почти правильные уравнения, но буду при этом произносить неправильные слова. Потому что до правильных слов вы пока не доросли.
Тем не менее, оптика – это такой мостик из классической физики в квантовую механику. И мы начнем просто с продолжения работы с уравнениями Максвелла, ведь мы в курсе электричества закончили тем, что написали систему уравнений Максвелла. А теперь мы их будем решать. Но, правда, не для любого случая, а вот для некоторых очень конкретных ситуаций, для электромагнитных полей в виде волн в вакууме и в веществе. И продвинемся здесь мы очень далеко. Мы объясним почти все явления оптики, которые были известны к концу XIX века. То есть всякие там законы преломления, отражения, интерференция, дифракция. Все это будет просто выводиться из уравнений Максвелла. Там не потребуется каких-то новых идей. Мы будем заниматься просто арифметикой. Будем брать уравнения, рассматривая какую-то ситуацию, будем их упрощать, сразу скажу. За тот год, за те два курса, я пытался сделать так, чтобы вы математик, что для вас математика стала естественным языком. Вот теперь мы на этом языке будем разговаривать. Никакой другой язык проходить не будет. Только если в механике и в электродинамике можно было придумать примеры, когда математика была элегантной, там теорема Гаусса работала, то мы теперь переходим к реальным явлениям природы, и математика перестанет быть элегантной, она станет жуткой. Поэтому выкладки будут занимать много-много места и много-много времени. Все, что было раньше, это были детские шутки. При этом полностью уравнения не будут решаться. Природа не обязана вести себя так, чтобы уравнения хорошо решались. Поэтому придется их решать приближенно, выдумывая себе асимптотики. Короче, математика перестанет быть красивой и элегантной. Через нее придется пробиваться. Тем не менее, без каких-либо дополнительных физических идей, а просто чисто математически, мы примерно с вами две трети семестра будем заниматься чистой математикой и получать физические результаты, которые будут совпадать с экспериментом. В этом смысле оптика не является отдельной наукой. Вот у Ландау есть механика, есть электродинамика, но нет оптики. Это некоторый такой прикладной раздел. Но потом в этом прикладном разделе мы наткнемся на такие непримиримые противоречия с экспериментом, что окажется, что все, что мы делали до сих пор в классической физике, это неверно. И тогда придется смотреть на всю физику совсем-совсем по-другому. В принципе, по-другому. Настолько по-другому, что новый взгляд на это другое в рамках теории относительности – это мелочь по сравнению с тем, насколько придется перевернуть свои мозги, чтобы войти в курс квантовой механики. Вообще мы здесь с вами только для того, чтобы выучили квантовую механику. Но она настолько не похожа на привычную физику, которая коррелирует с привычным жизненным опытом, что тот человек, который запустил квантовую механику, а в некотором смысле запускали квантовую механику много людей, но одним из первых был Альберт Эйнштейн. Он получил Нобелевскую премию не за теорию относительности, а за фотоэффект. В некотором смысле он являлся одним из отцов квантовой механики, но он так ее и не признал, считая величайшей ересью XX века. Его физическая интуиция не могла согласиться с квантовой механикой. Но поскольку ваша специализация в основном связана с квантовой оптикой, нам нельзя будет остановиться на квантовой механике, нам надо будет лезть в квантовую электродинамику. Но это будет все в следующем семестре. А в этом семестре мы будем прощаться с классической физикой.
И потом, когда в квантовой механике, а также в квантовой электродинамике мы будем писать кучу формул, и потом что-то будет иногда получаться похожее на то, что было в оптике, мы будем хвататься за голову и говорить: «Господи, да это же то, что мы видели в курсе оптики». Если такое происходит, я склонен это называть осознанием физического смысла. Это когда в квантовой механике мы видим что-то похожее на классическую физику. Вот что такое физический смысл в классической физике, я вообще не понимаю. Вот в квантовой механике это когда черт знает что, и вдруг привычная классическая физика. Ох, мы увидели классический смысл. Мы увидели физический смысл. Ну, если говорить о курсе оптики, у нас будет 4 большие раздела. Первый будет просто продолжение, на чем мы закончили. Этот раздел будет называться «Электромагнитные волны в вакууме». Это будет просто тупое решение уравнений Максвелла для некоторых частных случаев. Правда, в ходе этого нам придется познакомиться с очень мощной математической идеей, которая дальше будет везде работать. И в оптике, и в квантовой механике это называется Фурье представление. Когда любую функцию можно представить как сумму или интеграл от гармонических функций типа синуса и косинуса. Это чертовски удобно, потому что с синусами и косинусами легко работать. В отличие от какого-нибудь Е в степени гиперболический аркотангенс чего-то. Надо сказать, что эта идея потом будет сильно развита в квантовой механике, настолько развита, что несколько человек из ЛИАПа, которые написали новую квантовую механику, прослушав 8 лекций по квантовой механике в ЛИАПе. Ну, господа, это смех. Вот меня на физфаке квантовую механику читали 1,5 года по 5 лекций в неделю. Так. Они сказали, что квантовая механика – всю глупость, мы придумали новую правильную. Вот мы в ЛИАПе ее не поняли, зато мы теперь новую. У них главный постулат – вся квантовая механика – это только преобразование Фурье. Да, в квантовой механике много преобразований Фурье, но там много еще и всего остального. Поэтому мы будем знакомиться с вами с преобразованиями Фурье, когда будем заниматься распространением света в вакууме. После этого следующий раздел – распространение света в веществе. Там надо будет как-то описать математическим формулам, что такое вещество. Но мы будем следовать тому, что делалось в классической физике. Мы об этом уже говорили. Мы будем считать, что в атомах есть ядра тяжелые, к которым электроны привязаны пружинками. Вот такая классическая модель атома. Она гораздо лучше резерфордовской модели, когда электрон как будто бы летает по орбите. Это полный бред. Электрон не может летать по орбите, потому что он тогда должен двигаться ускоренно, излучать электромагнитные волны, и за 10 минус 8 степени секунды он должен грохнуться на ядро. А вот если он на пружинке, он уже никуда не грохнется. Кстати, поскольку понятно, что электрон в атоме находится в положении устойчивого равновесия, иначе бы все рассыпалось, а вблизи равновесия при небольших смещениях возникает возвращающая сила, которая в первом приближении линейна по смещению. Поэтому совсем неплохо считать, что электрон привязан к атому пружинкой. Хотя выглядит это наивно. Есть еще один аргумент в пользу атома Томпсона. Оказывается, гармонический осциллятор – это единственная задача квантовой механики, где ответ почти совпадает с классикой. И вот, добавив представление о веществе как о наборе некоторых атомов с электронами на пружинках, мы с вами массу вещей сделаем. И законы преломления поймем, и как свет в спектр разлагается. Массу вещей получим.
Правда, пока мы будем считать, что у нас вещество безграничное и бесконечное. И без этого будет много работы. Правда, потом понятно, что безграничных веществ нет, и мы перейдем к задачам, когда куски вещества конечные. Это будет третий раздел, который обычно ассоциируется с оптикой. Это будет интерференция и дифракция. И мы это тоже получим все из уравнений Максвелла. И как частный случай интерференции и дифракции у нас будет только одна лекция, посвященная геометрической оптике. Это какие-то там лучики, какая-то туфта полная. Но там я ограничусь одним. Мы придумаем, как луч в каждой точке оптической системы описывать с помощью двумерного вектора. Тогда любой элемент оптической системы можно будет представить как матрицу 2 на 2, которая меняет этот вектор. Либо его смещает так, либо направление меняет. И тогда любая оптическая система описывается последовательностью матриц. Перемножили, подействовали на вектор, получили ответ. После этого геометрическая оптика вообще не нужна. Перемножайте матрицы 2 на 2. Если хотите всякие аберрации, тогда матрицы, уже тогда луч будет не двумерный вектор, а трехмерный, четырехмерный. Ну и матрицы будут не 2 на 2, а там 50 на 50, если хотите. Много тонких эффектов геометрической оптики. Но там делать вообще нечего. Это работа чисто компьютера. Перемножайте матрицы и все. Поэтому там особо возиться нечего. Ну а потом мы начнем говорить о термодинамике излучения, и тогда все рухнет. И тогда окажется, что все, что мы делали, умерло, кроме одного. А интерференция и дифракция не умрут. И это будет начало квантовой механики. Вот что у нас с вами ожидается. Ну, естественно, я по ходу дела, да, если раньше задачи были простенькие, теперь задачи будут носить скорее такой проблемный характер. Я их буду формулировать, буду примерно говорить, как их решать, ну, а на семинарах разберитесь. Ну вот, примерно то, что нас ждет. Я хотел сказать, что у нас курс будет с недомолвками. Если раньше я вам говорил всю правду, которую знал, то теперь я вам буду говорить гораздо меньше того, что сказать по этому поводу можно. Но сказать это будет можно только после въезжания в квантовую механику. Ну вот как-то так.